Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы готовим рождественские бубенчики. У меня есть сосед, и у него растет замечательный огромный бык, которого зовут Яйцеслав. Однажды я прихожу во двор и смотрю, по моему двору бегает соседский бык. Я решил его прогнать. Бык со страху убегал, перепрыгивал через забор и зацепился своими бубенчиками за острые края забора. С тех пор быка зовут просто Славик, а мы готовим замечательные рождественские бубенчики. Берем два бубенчика, или в простонародье их называют обычно яйца, и снимаем с них верхнюю оболочку. Яйца очень скользкие, поэтому нужно проявлять осторожность, чтобы не пораниться. Плотная шкурка. Вот так, отрезаем, поддеваем ножом и вытаскиваем из капсулы. Возьмем наш другой. Ножи острые, но пленка очень жесткая. Теперь опять поддеваем ножом пленочку. Бык был серьезный. Вот так. Лучше это делать на доске, потому что техника безопасности очень важна. Яйцо продукт нежный, и можно не рассчитать усилия и поранить руку. Теперь так поддеваем пальчиком разрез. И аккуратно, чтобы мякоть не раздавить, отделяем ткань от мякоти. Сначала самое сложное, а потом все идет намного легче. Вот так. И по кругу. Вот уже намного веселее. Вот такое яйцо очищенное. Также мы очищаем второе яйцо. Бычьи яйца я очистил от оболочки. И теперь приступаем к нарезке. Бараньи яйца я режу на кружочки толщиной сантиметр. Наверное, Яйцеслав был бык серьезный, поэтому яйца режутся с усилием. Даже не знаю почему. Обычно у яиц мякоть более нежная. Или просто попадались молодые особи. Кончики я разрежу в ноль, чтобы их можно было быстро обжарить и не пересушить. Вот так. Толстостенная чугунная сковорода хорошо разогрета. Я выкладываю сюда яйца. Если мощность печки у вас не слишком велика, лучше выкладывать 4-5 колечек, чтобы не погасить температуру на сковороде. Яйца пожарились, я их солю солью с черным молотым перцем. Бычьи яйца уже готовы. Для того, чтобы подчеркнуть вкус бычьих яиц, у меня есть пшеничный дистиллят крепостью 50 градусов. Аромат прекрасный. Класс! Настоящий мужской напиток и настоящая мужская закуска. Это шедевр. Бычьи и бараньи яйца – это идеальное блюдо, которое по-настоящему ценится только настоящими гурманами. Яйца сделаны так, чтобы у них весь сок остался. Мягусенькие,
Я их не дожаривал до слишком сильного состояния. У них еще есть слегка такой легкий-легкий розовый оттенок. Класс. Очень вкусно. Друзья, готовьте по моим рецептам. Пишите в комментариях, что вы думаете, что у вас получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Вот здесь внизу под экраном есть ссылочка. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место. Всем приятного аппетита!